пора мне написать автопортрет. Давно совет такой я слышу, не все равно, куда роняет свет луна, на камень, дерево или крышу. Сяна китайца, дзен, буддист. Хотя и чисто русской крови, немножечко евангелист. Характер мягкий, но не ровный. Я с Карлом Марксом иногда пил чай. Я к Ленину наведывался в гости, а он, как говорится, со всего плеча мне о России говорил новости. Очки немного запыленные на мне, это мельчайшие частички из вселенной. Часто не брит, я бреюсь раз в неделю. Щетина цветом из травы осенней. Ну вот и все. Глаза как запятые. Самой любив поэтому то добрые, то злые.